Вот это вот мне надо платье. Вот у нее какой размер? XS. Придется снимать с манекена. Найти 10 покупок, которые ты уместишь вот в эту сумочку. Мам, это тебе надо. Мне? Да. Но задача-то найти тебе. В один из этих 5 сундучков я положу карту. Тебе в этом магазине нужно найти 50 разных бальзамов для губ. Это же капец. Давай хотя бы 30. Просто посмотрите, сколько бальзамов. О май гад. Я его в поисках молока. Вот оно было, но она его прошла. Что? Мам, я гулять. Дай денег. Денег? Так у меня вообще нет наличных. Тогда мне дай свою карту. Мою карту давать тебе очень рискованно. А вот твою собственную вполне уже можно. Вот, Ева, тебе твоя собственная детская Сберкарта с ярким дизайном. А где ты ее взяла? Я оставила заявку на детскую карту прямо в своем мобильном приложении Сбербанка. И забрала в удобном для себя отделении банка. Ну а тебе нужно установить мобильное приложение Сберкидс. Ого, а что, так можно было? Да, с 6 до 13 лет включительно можно пользоваться такой картой. Офигеть, вот это да. Это очень удобно переводить тебе деньги на карту, и можно совершенно бесплатно оформить карту с любым красочным дизайном в приложении. Ссылку для оформления оставим в описании. Блин, я уже хочу воспользоваться своей картой. Тогда поехали в торговый центр, и ты сможешь ей воспользоваться. Поехали. Вот мы уже приехали в торговый центр, и, конечно, чтобы я тебе пополнила карту, Ева, чтобы ты смогла ей воспользоваться, тебе придется пройти челлендж. Что за челлендж? Это будет очень интересный челлендж, состоящий из целых 7 частей. И если со всеми ими ты справишься очень здорово, то я пополню твою карту, и ты сможешь ей воспользоваться. Ура! Ты готова? Да. Тебе нужно будет в этом магазине за 1 минуту собрать не менее 20 розовых вещей. Что? Это Давай. Достаточно сложно сделать. Кажется да. легко, но на самом деле сложно. Ты готова? Нет, мне надо заранее взять корзинку. Ну что, теперь я готова. И твое время пошло. Вот это самая розовая бутылка, поэтому беру ее. Ой, смотри, тапочки какие милые, хочу взять. Тут есть дождевик розовый, но я хочу найти что-то другое. Ева, смотри, вот розовая форма для льда единорог. Нет. Бутылочка с предсказанием. Нет. Вот такое вот мыло. Вот такая вот соль. Хочу такую вот маску. Вот такое вот сердце хочу. Я хочу еще вот такой вот блеск, бальзам. Хочу вот такие вот салфетки взять. Также беру такой вот скраб. Беру эту маску, надеюсь, она розовая внутри. Ева, время, тебе надо ускориться. Так, ладно, все. Блин, какие классные палочки. Жалко, что они не розовые. О, ананас, беру ананас. Вот это вот розовое. Вот это вот розовое. О, есть вот такая вот штучка, а она розовая. Я беру такую. Вот такие вот ластики беру. Какашечка. Беру розовую. Ева, время, тебе надо ускориться. Все. Я набрала 20 вещей. Я думаю, там точно они есть. Ну что, давай проверим. Давай. Итак, считаем. Раз. Раз, это розовое. Два. Два. Три. Три. Четыре. Что? Крабик. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Так, девять. Десять. Одиннадцать. 11, Ев, еще надо 9 вещей, как ты думаешь, у тебя есть? Да. У меня уже вся корзинка почти 12. Здесь. 12. 13. Это что такое? Маска. 13. 14. А, такая бомбочка. 14. 15. О, 15. Ева, 5 вещей осталось. 16. 16. 17. 18. Так. 18. 19. 20. 20. И еще даже дополнительно. 21, 22, 23 и 24. 24 вещи ты нашла за 1 минуту. Все да. розового цвета. И поэтому ты справилась с этим челленджем.
Ну что, с первым заданием ты справилась на ура. По-моему, оно для тебя было слишком легкое, поэтому мы слегка усложним задачу и идем сейчас в большой продуктовый магазин. Ну что, Ева, ты готова к следующему челленджу? Мы да. Мы пришли в магазин продуктов, и сейчас тебе нужно будет за 3 минуты, Ева, 3 минуты, найти 10 продуктов на букву М. Время пошло! Мюсли. Ну это гранола. А мне нужно мюсли. А я вот тебе не помогу. Ты опять хочешь розовые? Ну, мама, ну дай, пожалуйста. Ладно. Так, мюсли. Молоко. Я успеваю за Евой. Ева в поисках молока. Вот оно было, но она его прошла. Что я прошла? Молоко. Так, мюсли, молоко. Завтрак готов. Так, давай, Ева, что еще может быть на букву М? Макароны. Точно. Что, где макароны? Смотри, это спагетти. Да, а нужны спагетти. Именно макароны. Вот. Это рожки. Мама, это макароны. Так, Ева считает, что это на М макароны. Ребята, вы как считаете, напишите в комментариях. Милка. Я не успеваю бежать за Евой. Она слишком скоростная. Ева нашла целый стенд Милки. О, мармеладки, точно мармеладки. Блин, время тратить не буду, то, что будет набирать. Тогда я буду лучше, короче, в упаковке возьму. Правда, где они? Где? А вот тоже на М, Milky Way. О, Milky Way! Она услышала, больше не буду тебе подсказывать. Так, Milky Way. Так, Ева, быстрее. А сколько я тебе сказала продуктов надо найти? 10. 10? Мармеладки. Надо было 20 тебе найти. Мармеладки. Маракуйя. Ага, маракуйя, но ее сложно найти. Ай, блин, что еще на мы? Время, Ева, время. Не забывай, что идет время. Опа. Так, леденец, печенье, шоколад. Ребят, пишите в комментариях, что можно купить еще на М. А молоко, вот это вот, которое сгущенное молоко, это пойдет? Ну, в целом пойдет. Бежим на другой конец магазина опять. Маски пойдет? Маска. Но мы же продукты вроде бы собираем. По факту же это продукт, который продается в магазине. Я даже не знаю, засчитать это тебе или нет. Ладно, засчитаю. Мороженое. Я вас сообразила достать мороженое. Милки. Вот здесь, Ева, где-то напитки. Короче, Милкиса нет, бегу за майонезом. Короче, я уже просто не могу бегать за Евой, я устала, и я подожду ее здесь. Время заканчивается, Евы нет. Походу, она проиграла этот челлендж. Нет, я не проиграла, я взяла еще 2 продукта на букву М. Так, это что? Майонез. А это что? Это же это газировка тут. Никакой буквы М нет, ты чего? Это морс. Какой тебе морс? Это газировка. Это морс. Он розовый, это морс. Ничего не знаю. Так, ну что считаем? М, Милка, раз. Макароны, 2. Мюсли, 3. Молоко сгущенное, 4. Обычное молоко, 5. Мармелад, 6. Маска. Маска, 7. Маска, 7. Майонез, 8. Milky Way, 9. Мороженое, 10. И ваш морс можно уже не засчитывать. Ты справилась и так с заданиями. Скажи, это было сложно? Ну, на самом деле, не так уж и сложно. Ну что, с этим заданием ты тоже справилась? Готова к следующему? Да. Ева уже успешно прошла 2 челленджа, и сейчас я ей сделаю такой челлендж, который ей будет очень сложно пройти. Ты готова к следующему челленджу? Да. Итак, тебе в этом магазине нужно найти 50 разных бальзамов для губ. Это же капец. Давай хотя бы 30. Нет, Ева, 50. 50 разных бальзамов для губ. Ну ладно, поехали. Для этого мне точно нужна корзинка. Как думаешь, если ты найдешь 50 бальзамов, то сколько будет в корзинке? Половина? Целая корзинка? Сколько? Ну вот так вот, наверное, дно закроет. Дно закроет? А как ты думаешь, что вообще реально найти? Я думаю, да. Вот, кстати, уже и бальзамы. Так, ну давайте возьмем такой вот. Вот еще сос. Давайте вот такой вот. Кармикс. А это вот все разное считается? А
Ну вот это одинаковые, Ева, видишь? Вот эти есть, вот. Да, это считаются разные. О, тогда беру вот это вот, возьму еще вот этот вот и вот этот вот. Еще также вот этот вот и вот этот вот. Все закончилось, это не 50, может с другой стороны есть. О, да, так, беру вот такой, смотри, какие прикольные, как брелок. Такие два. Это считается как за два? Нет, это будет считаться как за один. Интересно, есть ли еще бальзамы? На кассе я вижу есть, но мы это потом возьмем. Просто посмотрите, сколько бальзамов. О май гад. Теперь я точно выиграю. Ну вот это вот у меня есть, вот такого вот у меня нет. Такого нет у меня. Здесь вот такие вот, заметьте, а здесь вот такие. Разные? Да. Тебе везет сегодня, что такое? Я думала, 50 бальзамов нереально найти, но, кстати, здесь может и не быть 50, так что мы потом все проверим, все посчитаем. А это, кстати, по знаку зодиака. А какой я взяла? Вот мой знак зодиака, походу, есть. Удачи, ребят. Просто самый последний. Вот я. Нашла, откопалась все-таки. Да. Интересно, сколько уже здесь? Наверное, штук 30 точно есть. Так, давай теперь красивые. Вы только посмотрите, какие красивые. Ой. А, блин, они тут вообще все разные, только одними ими можно тут набрать. Да. Смотрите, они все такие прям няшные. С баблгам тут, походу, больше всего, короче. А какой у вас любимый вкус? Вот я люблю вот черничный и вишневый. Я думала, это сложное задание, но оказалось, оно, видимо, легкое. Надо к следующему челленджу придумать что-то реально такое, что ей будет очень сложно выполнить. Пока она продолжает загружать все блески в корзинку, я... Не блески, а эти. Бальзамы для губ. Да. Окей. Perfect. Все. Просто, Ева, здесь целая корзина разных бальзамов. Да. Но все же я буду считать, вдруг здесь 49, а не 50. Короче, здесь реально, наверное, очень много разных бальзамов. Я даже не думала, что столько много разных существует. Но Ева где-то их нашла. Сейчас мы принесем вторую корзинку и будем пересчитывать. Ну, вдруг здесь 49. Начинаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25. Это уже половина, да? 26, 25, 27, 28, 29, 30, 31. 47, 48, 49, 50. Смотрите, 50 блесков выглядят вот так. А здесь, наверное, еще 50. Не 50. Давай считать дальше. Давай. 51. Если ты угадаешь, сколько здесь еще блесков, то ты сможешь отказаться от одного из челленджей, который я тебе придумала, но мы засчитаем тебя как за победу. Ну, если ты захочешь вдруг. Как ты думаешь, сколько здесь еще? Ну, угадать нужно прям точно. Я думаю, здесь еще 29. Ты думаешь, здесь еще 29? Давай да. Считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ты не угадала, Ева. Тут еще остались блески у нас. Тебе придется проходить поэтому все челленджи. Это получается у нас здесь 50. Где? Плюс 29. Где это получается 70, ой, не 70, а да, 79. Да. Давай дальше. 80, 81, 82. 90, ровно 90 бальзамов, ребят. Если бы еще 10, то 100 просто, ну, почти, просто практически 100. Просто 100 разных блесков. А я 50 думала сложно найти, а здесь можно найти целых 100. Молодец, ты справилась с этим челленджем, ты выиграла. Я тебя поздравляю! Ну что, Ева, ты так на изи справляешься со всеми челленджами, что я решила тебе подготовить нечто сложное. Тебе нужно в магазине вещей найти для себя платье.
Три платья или три юбки, Ева? В основном, конечно, ты там штаны и так далее. А с платьями тебе сложнее, да. Вот, поэтому у тебя очень сложное задание найти себе платье и юбки. Вот сразу беру платье. Короче, смотрите, еще я увидела вот тут платье. Вот такое вот. И может там есть какой-то маленький такой размерчик тоже. Пойдемте. Вот там такое же с другой стороны, только черное. Мам, это тебе надо. Мне? Да. Но задача-то найти тебе. Это твой топик? Нет, это чей-то топик. Ты думаешь, мой топик висит в магазине и продается? Мой на мне. У тебя такой же. Да. Шорты, мам, шорты. Ев, у тебя задача найти платье или юбки, а ты все шорты смотришь. Ты же девочка, ты должна вот больше носить юбочки, платьишки. Эй. Вот, а ты пока взяла только одно. Тебе надо еще два найти. Либо еще одно платье, либо еще одну юбку. Вот так приходится челленджами заманивать, чтобы Ева носила платье или юбки. И, конечно, сейчас все больше носят шорты. Но так же круто, когда девчонки ходят в платьях, согласитесь. Вот это вот мне надо платье. Вот у нее какой размер? XS. Придется снимать с манекена. Ева выбрала вот три платья себе. Да. Они XS. Поэтому... И S. И один S. Да. Пойдем померим. И уже тогда поймем, справилась ты с челленджем или не справилась. Итак, первое платье. Смотри, прикольно. Очень классно. Засчитывается. Давай второе. Второе платьишко. Отлично. Давай третье. Та-дам! И вообще, Ева, топчик, да? Круто смотрится. Ева, все платья тебе подошли. Все, Ева осталась внизу. Она не успевает на новый челлендж. И поэтому все. Мама, желтая машина. Да где тут в торговом центре вон, желтая машина? Вон, смотри. Ева. Итак, Ева, ты готова к следующему челленджу? Да. Итак, следующий челлендж такой. Тебе нужно за одну минуту в магазине найти игрушку дороже 10 тысяч рублей. Легко. Как легко, таких дорогих игрушек не бывает. Бывает, просто. Пойдем. Это нереально. Твое время пошло. Минута. Так, это 2000, это 2. Так, это по 2000. Я же тебе говорю, так... 5-9-9 уже. 5-9-9. Но это не 10, Ев. Да блин, куда я вообще зашла? Ева, вот. Время. Тут переставили, короче, походу что-то. Вот, 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 9-9-9. Блин. 9-9-9-9, Ева. Капец, как обидно, на 1 рубль. А придется искать что-то дороже 10 тысяч. Это не дороже. Блин, знаете, короче, может вот здесь вот. Во, 16-17 почти тысяч. Офигеть, ты нашла эту игрушку. Это, короче, какой-то дом просто. Кукольный дом, который стоит 16 тысяч просто. Это капец. Ну, кстати, здесь не так много игрушек. И вообще, это, по-моему, единственное, что мы нашли дороже 10 тысяч. А вообще, Ева, как ты это нашла? Я думала, такого не бывает. Ну что, мама, я выиграла все челленджи. Ну, вообще, у тебя осталось, по-моему, еще 2 челленджа. Ну, какие? Я уже не знаю, что придумать, чтобы тебе было реально сложно. Походу, ты настроена на победу. Итак, Ева, ты готова к следующему челленджу? Да. Итак, Ева, мы сейчас находимся в книжном магазине, как ты видишь, и твоя задача найти 10 покупок, которые ты уместишь вот в эту сумочку. Офигеть, тут же одни книги, ничего не вместится. Придется искать, значит, книги, которые вместятся сюда. Блин, сюда даже маленькая книжка не вместится просто. Нужно книги искать еще меньше. Блин, походу я проиграю этот челлендж. Ева нашла книгу Ева. Итак, не отвлекаемся от челленджа. Да. Чего? Тут не только книги продают, но еще и сладости. Да. Теперь ты точно найдешь, чем наполнить эту сумочку. Раз. Так, глазик. Два. Три.
4, 5, 6. Так нечестно. 7, 8, 9. Давайте вот это и вот это вот. Простите. Немного больше получилось. Чем больше, тем лучше. Вот. Еще, конечно, денежки мы положим. И в итоге там где-то 13 или 14 вещей. Ну, Ева, ну выкрутилась. Да. Ну что, с этим челленджем Ева справилась. Осталась моя единственная надежда на последний челлендж, что она его не выполнит. Итак, следующий челлендж у Евы будет просто чисто на везение. В один из этих 5 сундучков я положу карту. Евину, пока она не видит, положу вот сюда. И если она с 3 попыток угадает, в каком сундуке лежит ее карта, она выиграет. Ева! Челлендж называется «На везение». В одном из этих 5 сундучков, короче, спрятана твоя карта. И если ты угадываешь с 3 попыток, в каком, то ты выигрываешь этот челлендж. Смотри, сейчас с первого раза. Так, блин. Минус 1 попытка. Так, дальше. Ну ладно. Может, в этом? Нет, со второй попытки. Ну что? Я так знала, что я хотела попытки? С первой открыть, но я думала, ты положила где-то вот, может, здесь. Вот. Как ты это сделала? Ну что, Ева прошла все челленджи на ура, она выиграла. Я ее поздравляю и пополняю ей карту. Короче, мама мне пополнила карту, но я не хочу тратить все деньги, я лучше буду копить. Куплю себе просто любимый десерт. Я сейчас буду покупать макарунсы, вот такие вот они все, но я буду покупать и не макарунсы все-таки. Буду покупать айс-мороженый макарун. Хочу вот либо вот этот, либо вот этот. Вишневый или банановый? Да, давайте вишневый. Здравствуйте, можно, пожалуйста, вишневый чизкейк? 3 лучших комментария с прошлого видео. Переходи по ссылке в описании, чтобы у тебя была тоже детская Сбер-карта. Кисленько. На, вкусно.